Девчонки, всем привет! С вами Леся, и сегодня у меня будет такое видео сборная соляночка. Хочу вам показать совсем немножко покупок, а также совсем немножко пустых баночек, чтобы это все не тащить в следующий год, покажу вам сейчас. Давайте, наверное, с покупок начнем. Мне муж приобрел от Чистой Линии мицеллярный легкий бальзам питания и уход с гранатом. Я постоянно, когда он мне возьмет Чистую Линию бальзама, я просто настолько в восторге от их ароматов, что он мне очень часто их приобретает, чтобы порадовать. Ну вот просто за какими-то мелкими бытовыми вещами заходит, например, либо же за продуктами, и вот там вот может взять бальзамчик, чему я безумно рада. Этот бальзам я еще не пробовала, но он так, девочки, офигенно пахнет. Я заметила, что именно мицеллярные бальзамы — это просто какие-то сумасшедшие ароматы, настолько вкусный, настолько яркий аромат граната, и причем, что я знаю, что вот эти мицеллярные бальзамчики, они оставляют аромат на волосах, что очень здорово и вкусненько. Так, дальше я приобрела от Чистой Линии два скраба маска 3 в одном. Я приобрела их в фикс-прайсе, стоимость каждого по 55 рублей. Кстати, бальзам он 90 вроде как стоит. Здесь у нас масло ши, цинк и глина, и белая глина, цинк и мята. Смотрела я на них и решила, что как скрабы, почему бы не попробовать-то, я еще не пробовала, и здесь можно просто обычно как скрабом пользоваться, либо же на 2-3 минуты нанести, и будет скраб-маска. Ну, посмотрим, попробуем, и потом уже вам расскажу отзывы. Далее, также в Пятерочке, да, я приобрела два кусочка мыла от Красной Цены с оливой для кухни. Для кухни, потому что, честно говоря, мне жалковато туда какие-то дорогие кусочки ложить. Очень быстро мыло уходит, и там особо не принципиально, что там какое-то супер дорогое, вкусное и так далее. И тем более такие кусочки, они бывают... Я не пробовала от Красной Цены, но вот бюджетные мыла, они бывают очень даже неплохие. Далее, к самому интересному, муж мне подарил вот такой вот антипреспирант Виши, стоимость вы на нем видите, это была очень необходимая покупка, и даже это, можно так сказать, была часть новогоднего подарка, но он мне отдал его сразу, потому что мне очень-очень срочно нужен был антипреспирант, и я конкретно говорила, что вот Виши хочу. Девочки, он имеет свежий такой аромат, может быть, с примесью хлопка, вот что-то такое. Ну вот как раз для антиперспиранта. Отлично работает, быстро высыхает. Я довольна, рада, что он у меня будет теперь в ходу. И давайте же приступим к самому интересному, почему мне вот срочно нужен был антиперспирант. Я вам расскажу о таком антиперспиранте Шисейда, который вызвал у меня аллергию. Я сразу не поняла, почему у меня вот такие ощущения появились. Дело в том, что у меня настолько стали болеть подмышки, область подмышек и руки вот сами, что мне очень тяжело было даже поднять. И когда я поднимала, шевелила руками, у меня такая адская боль была, что я даже несколько раз расплакалась. Что самое интересное, видимого какого-то вот нарушения кожного покрова или каких-то воспалений не было на коже, то есть кожа была гладкой, но сопоставив все факты как-то, я подумала, что, наверное, это от него. И когда я его убрала из использования, я сразу вот на следующий день почувствовала, что уже идет легкое облегчение, и это стало заметно. То есть это действительно какая-то аллергическая реакция внутри организма стала происходить или что-то такое. Но даже если бы у меня не пошла на него аллергия, кстати, которая до сих пор не прошла, все равно у меня есть еще болевые ощущения, жжение некое, я бы все равно не стала им пользоваться, потому что он отвратительный, и он у меня, ну, я пару раз использовалась и думала, что вот муж мне купит на Новый год антиперспирант, собственно, я его выброшу, да, но потом пошла аллергия, и мне срочно нужно было антиперспирант какой-то хороший, а этот в мусор. Он, кстати, очень жидкий, прям болтыхается. В чем его суть? Начнем с самого такого непритязательного, но тоже имеющий факт.
Посмотрите, какой маленький шарик. Это что, для подмышечек Барби или что? Чтобы вот нанести на подмышки это средство, надо, блин, по 10 кругов так вот нарезать на подмышках, потому что, ну, маленькую область захватывает, это неудобно. Но самое ужасное то, что он просто адово воняет спиртякой. Как же он воняет, девочки, спиртом, это ужас. И когда я нанесла его на подмышки, у меня все так запекло, загорело, просто такое жжение адское было. Это просто кошмар, я думала, у меня слезет кожа. Просто ужас. А если вы на побритые только подмышки нанесете, это вообще просто можете на стенку шкарябаться. Отвратительный продукт, по факту, вызывает аллергию, в составе спирт, жжение, сухость и неудобные в использовании. Конечно же, я его выбрасываю, девочки, вам не советую. В очередной раз убеждаюсь, что мне не стоит вообще больше на азиатскую косметику обращать внимание, она мне абсолютно не подходит. Ну, исключения могут быть, да, там какие-то кремушки для рук, там, не знаю, что-то вот такое, вот типа масок. Ну, вот конкретная уходовая косметика, это 100% нет. Далее я хочу вам показать дуэт от Herbal Essences. Хочу вам показать в дуэте, у меня шампунь еще остался наполовину. Я его доиспользую, конечно, безусловно, но хочу показать вам в паре, а потом уже доиспользую и выброшу, потому что, ну, ничего не изменится от того, что я вам покажу сейчас. Покажу в паре с бальзамом. Красивые, конечно, упаковки, это марокканское органовое масло, и я, честно говоря, была рада увидеть, что эта марка снова у нас появилась, ее можно купить и в ленте, как мне девочки писали, и уже в подружке, там разные серии представлены, то есть без проблем. Что хочу сказать, девочки, мне так было скучно пользоваться этой парочкой. Так мне не хотелось ей пользоваться, даже приятные упаковки не радовали глаз. Мне просто хочется, чтобы это поскорее закончилось, поскорее закончился шампунь. И я не хочу, наверное, эту серию я точно не куплю, а покупать ли еще какие-то другие серии, но это под большим вопросом. Но шампунь обычный очищающий шампунь. Бальзам, он в принципе, знаете, неплохой, он облегчает расчесывание, все, но вот настолько неприятные запахи у этих продуктов, какие-то непонятно приторно-сладковато-косметическо-кондитерские. Ну вот просто, знаете, есть продукты, которые вы используете, и вам приятно ими пользоваться, вы радуетесь, а есть продукты, которые вам неприятны в использовании, по запаху, в качестве вот функции выполняют обычные, то есть, ну, очень скучно, очень неинтересно, очень как-то не выдающийся, скорее бы шампунь закончился, и все, больше не хочу. Следующее, что вам покажу, от Clarins, гель для душа, вода, TRS, органическим маслом капуасу для всех типов кожи. Вы знаете, я вот думала, когда положила в пустые баночки, как вам рассказать, понравился этот продукт мне, не понравился. Ну, ближе к не понравился. Вот как по качеству гель, у меня претензий нет, это хороший гель. Он густоватый, все супер. Вот аромат у него специфический, прям конкретно на любителя. Тиаре моим любимым не пахнет. Это какой-то водный аромат с легкой-легкой ноткой издалека-издалека цветов. Возможно, даже тиаре, но это какой-то он очень странный, необычный. Вот прям реально для любителей. Это нужно попробовать, и чтобы вам понравилось. А так, ну, мне хотелось закончить этот продукт и поскорее, честно говоря. Не могу сказать, что запах противный, но он и неприятный. Какой-то такой, ну, странный. Но при этом чувствуется, что вы пользуетесь гелем не дешевым. Вот насчет того, что запах чувствуется, что он дорогой, это чувствуется, но он странный. Лесная земляника от Yves Rocher мыла. Ну, что тут говорить, постоянно берем хороший кусочек, классно пахнет спелой клубничкой. Не раскисает. Ну, постоянно уже много лет берем, поэтому, думаю, вас не удивит. Не удивят мои новые какие-то отзывы. Далее увлажняющая маска с агавой от Yves Rocher. Она вроде как не смываемая, да? Оставить на 5 минут, затем ватным диском удалить остатки. Честно говоря, маска ужасная. Я не знаю, как ее можно оставить на лице. Это просто какая-то жирно-склизкая жижица. И я ее использовала просто на 5 минут, как смываемую.
смывала, да, но мне не понравилось. Я просто тратила свое время, потому что абсолютно никакого действия, никакого эффекта она мне не давала. Поэтому, ну, дали в подарок, я ее использовала, больше не хочется. Как-то так. Два пробника, два софистика у меня закончилось духов. От Dior у меня Miss Dior Blooming Букет. Очень классный аромат. Мне понравился, и я уже второй или третий раз получаю в подарок за покупки этот аромат, и мое мнение неизменно. Это очень приятный, цветочный, женский, женственный такой, знаете, запах, который, ну, вот прям, ну, как-то обволакивает и делает из вас такую, даже не могу сказать, сюси-пуси какую-то, лапушку. Классный аромат, он стойкий, он нежный, он круто пахнет, надо запомнить и все-таки, может быть, купить полноразмер, потому что он реально очень-очень мне нравится. От Chloe Le у меня аромат, ну это уже аромат более яркий, дерзкий, звонкий. Для кого-то покажется тяжелый. Это аромат розы, для меня это аромат розы, где вот большой-большой букет роз и пару пиончиков затесалось, мне вот кажется так. Я обожаю Хлою просто безумно. У меня есть полноразмерный флакон духов, и я просто... Ну, это очень-очень круто. Они меня всегда радуют. Это одни из любимых духов для меня. Прям вот в топ-3, топ-5 они входят. Поэтому, что могу сказать, классно, ярко. Это все, девочки, что хотелось вам показать. Снимаю такое вот видео, потому что отдельно снимать какие-то мини-покупки, ну, вы видите, не с чего. Также пустых баночек у меня не так уж много закончилось, но хочется с вами поделиться. И я не знаю, мне кажется, уже в этом году мне ничего не закончится, но если закончится 1-2 банки, то уже идет на следующий. Надеюсь, вам было интересно, полезно. Хочу вас всех поздравить с наступающим Новым годом, потому что не знаю, будет ли у меня еще какое-то видео в этом году. Всем вам замечательных покупок, хорошего настроения. Просто чтобы у вас все было супер. Большой удачи. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.